дает определенный психологический срез. Телевизионщики очень хитрые, очень жестокие люди. Вот эти все программы, так сказать, построены по принципу «Дома-2», ну, вы понимаете, о чем идет речь, они как раз эксплуатируют вот эту тему. Хорошая тема для разговора. Вот у нас красавица заходит в комнату. Это группа «Новель Ваг». Много народу пришло. И я попрошу сейчас Дашу Гордееву, чтобы настроение у нас было «Нуэль Ваговское», поставить трек из репертуара этой группы замечательный. Пока они готовятся, я пойду их поприветствую. И буквально через пару-тройку минут у нас будет с ними эфир. Готовьте вопросы участникам и участницам этого коллектива. Soon turned out her heart of glass. Seemed like the real thing only to find. Mashed mistrust, love gone behind. Once I had a love and it was divine. Soon found out I was losing my mind. Seemed like the real thing, but I was so blind. To mistrust, love can be high. Владимир. Владимир. What is the kind of short name of Vladimir? Because you get always a short name now in short or short. No, you know, like Dimitri is Dima. Володя. Володя. Володя? Володя. Володя. So what hotel are you staying at now? Renaissance. It's okay? Yeah. An interview with John Charles. Very nice guy. But I don't need it really. He's a very smart guy. Ah, okay. Okay. У нас в гостях группа «Нувель Ваг». Добрый день, бонжур, дорогие друзья. Мы будем говорить по-английски через переводчика, правильно? Yes. Как вас зовут? Меня зовут Настя. Настя, очень приятно. Громко Настя звучит, нормально? Настя звучит недостаточно громко. Правильно. Настя, у меня к вам просьба представить участников ансамбля «Нувель Ваг». Пожалуйста, уважаемые слушатели. Марива, oui. Лизет, Марк. И Стефан, который будет аккомпанировать. Стефан, please, one chord. C. C. Very well. G. What about this one? Ooh, nine. Так, ну что, мы поговорим о сегодняшнем концерте, ребят. И я хочу сказать, что мне, во-первых, очень приятно, что приходят вопросы. Слушатели присылают вопросы. Вы готовы отвечать на вопросы? Are you ready to answer questions? I'm completely ready. Listeners questions. И первый вопрос, как вам ваш второй визит? Слушатели спрашивают, как мы понимаем, это ваш второй визит в Москву. Как вам Москва? Как у вас настроение? И как сегодняшний концерт? How do you feel your second visit in Russia? So our listeners asking, how do you feel it? And how do you feel about Moscow? Well, first, it's really not our second visit. Huh? I think we came to play in Russia like maybe 10 times. Wow. Говорю, что это не второй визит, скорее всего, это примерно 10 раз они уже были. But it's always great to come over Russia and. Всегда здорово бывать в России. Yeah. To get the snow, everything. Yeah. The vodka. The vodka. Нравится. It's good to. We are a bit in cliché, but it's nice. Да, то есть это похоже на клише, но это здорово. Говорит по-французски. Браво. Владимир parle français. Да, ну, может быть, мы начнем с какой-нибудь песенки. Есть желание какую-нибудь песню сейчас живьем? Let's start from some song. Maybe you want to perform something now. Yeah. Oui.
Okay. A song in French, maybe? Up do you want a French song? Up to you. Okay, let's start with a French song. Tu veux pas parler? Tu veux pas que je te dise? Tout reste encore indéterminé. Mais rappelle-toi, Barbara, tu ne t'appelles pas comme ça. Ça peut servir pour les souvenirs. Mais elle veut pas qu'on la touche. Elle veut même pas qu'on la voit. Mais il n'y a que toi là. Où veux-tu que je regarde? Où veux-tu que je regarde? Спасибо вам. Как так получается? Девушки поют, а Марк сидит, смотрит, даже рот не открыл. Вот как так получается? What's going on? Girls are singing, and you do nothing. Welcome. It's life. Тогда пусть Марк поработает, ему вопрос. So, you should work a little. We have a question for you. Okay. Новая программа, которая называется Dawn of Innocence, и которую вы сделали сейчас и привезли в Москву вместе с знаменитым дизайнером Жан-Шарлем де Кастель-Бажаком, она несколько мрачноватая, как пишут. Я не видел этой программы, но, пожалуйста, расскажите про нее, как она рождалась, и почему она родилась, и почему вдруг Новель Ваг чуть-чуть потемнел. He's asking about your new show, your new program that you bring here to Moscow with the designer Jean-Charles. And Jean-Charles, sorry, etc. etc. Let's call him Jean-Charles. So it's a little bit dark. And why is it so dark? And maybe you tell more about the reasons of its new style. Why here in Moscow? You look so bright. Yeah, you so look so, so, bright, so innocent. It's not that dark. I mean, it's more atmospheric. Gray, maybe gray. And there's the, it's as well. There's kind of sensuality as well. It's contrast too. Yeah, it's contrast. Because before sunrise, it's the darkest
moment. Перед восходом самое темное время суток. And it's a kind of evolution as well, because exactly. We're doing the same things, and that's great. И для нас это своего рода развитие. It's actually going towards the light, but from the darkness. So you have them both. You have the, you have to start somewhere. То есть мы бы хотели начать нечто новое. Exactly. The work is different as well, because we have like costume, we're changing every three songs, and we have performers, we have a dancer now, and yeah. It's much more arty. It's much more arty than what we used to do. То есть это более художественная работа, где мы меняем костюмы. Каждые три песни у нас есть танцоры в программе. То есть это более интересно. Но такого рода постановка требует другого вида концертов. Это более такие мощные площадки, да? Это большие площадки, это не клубы. Such a performance requires more large stages. How do you think? Bigger it's not venues. Clubs, bigger, yeah. Oh. Yeah, that's great. Yeah. Well, it's just actually, you know, it happened that the success of Nouvelle Vague just grew, you know, and we used to perform and to adapt ourselves. But 1 year ago, we just realized that it was maybe the good time to really change the the whole the set list and the way that we were performing before, and to do something more personal, I think. And Jean-Charles has created with us this this show based on the. A lot of different references. There's this book of Mark. Excuse me. We have a break now. 1 minute for commercials. Серебряный дождь. Мы с вами. Parfait. Incroyable. Sunglasses. Very 60s look. Владимир Матецкий на серебряном дожде. Напоминаю, у нас в гостях группа Nouvelle Vague, и у них сегодня концерт. Пожалуйста, я попрошу Настю уточнить. Сегодня концерт, и мы закончили на том, что Марк рассказал нам о своем готовящемся шоу, о том, что это больше, чем обычно, и это некий этап в развитии группы. И на концерте будут и танцоры, и всевозможные представления, поэтому это будет очень интересно. И в первую очередь, конечно, это интересно для группы, которая может дать зрителям больше, чем обычно. Марк, где у вас сегодня концерт? Where the concert is taking place tonight? Arena. The venue is called Arena. Yeah. Это клуб Арена. И во сколько начало? And what time? It starts at 8, I think. I think it starts at 8. Oh, 8. Yeah. Дорогие слушатели, сегодня Nouvelle Vague выступает в Арене в 8 часов вечера. Те, кто не успели еще купить билеты, приглашаю я и приглашают очаровательные участницы коллектива и участник, руководитель художественный на сегодняшний концерт. А мы сейчас давайте послушаем еще одну песенку, поскольку гитара уже настроена идеально. Let's listen to another song. Okay. The guitar sounds ideal. Let's do Killing Moon. Killing Moon. Under the moon, I saw you so soon. Oh, you'll take me up in your arms, too late to beg you. Counseling though, I know it must be the killing time. Unwillingly. So cruelly you kissed
sky all home with jewels in this killing time will come so soon. Fade up against your will. Серебряного дождя. По-моему, замечательно. Приходят вопросы, и пришел вопрос из Ставрополя, нашего слушателя. Он спрашивает... нас слушает вся Россия. И он спрашивает, какие-то восточные медитации, какие-то восточные виды единоборств, какие-то восточные религии вас интересуют? Вы практикуете что-то? Our listener from Ставрополь is asking if you practice some oriental meditations or some yoga, maybe some religious or something. Some like this. Practice, some kind of an oriental practice. Not at all for me. Not at all. No. Okay. I studied some Buddhism and Taoism. I think there's a lot to learn from Taoism. Элизабет интересуется буддизмом и даосизмом и много почерпнула в этих культурах. Yeah, I think being a very material society, it's nice to try to adapt some ideas, but most of the time it's very, very difficult. В нашем материальном мире очень полезно черпать некоторые идеи в таких культурах, но это достаточно сложно. Марк, I'm not ready for that. Next life. Следующей жизни. Сказала буддистка. Ça m'intéresse pas. Ça ne me concerne pas. А у меня есть такой вопрос. Русское искусство, искусство 20 века, изобразительное искусство, это очень известная во всем мире вещь. Русский конструктивизм, русский арт-нуво, что-то из русского искусства и, может быть, из русских писателей, из русской литературы вас привлекает, оказало влияние на вас, как на личности? Russian culture is famous in all over the world, our writers and our art nouveau, our Russian constructive and constructivism. And does someone from it influence on your as a person and as an artist? I don't know. I used to really like the paintings, of course, of people like Malevich, Kandinsky, of course. Конечно, такие художники как Малевич и Кандинский. I like Маяковский. Мне нравится Маяковский. I think this kind of the art of poetry. So difficult to say how it has influenced me, but probably somehow that's something. Очень сложно сказать каким образом, да, но каким-то образом повлияло все-таки. What about you? Марица. Fine arts. Are you into fine arts? Well, maybe you collect something, you buy something. Well, yeah, and I can read some Dostoevsky and Chekhov. Really? Я могу почитать что-то из Достоевского или Чехова. Да, действительно. But I think that's all that I can say for that. I think I really love the classical composers. The Russian composers. Can you name some names? Tchaikovsky, the classics, Nabokov. I'm sorry, not Nabokov. Prokofiev, Mussorgsky. I think the power of melody, the emotional content inside the Russian classical melodies are just bring the emotion directly out of the body. It's
It's one of the most powerful. Русская музыка, мелодика русской классической музыки очень сильна и, скажем так, очень эмоциональна. It's very moving. Очень, скажем так, такая потрясающее сознание. Very powerful. You have to be careful when you listen to it because you can break up with the wrong people or make the wrong decision. Да, вам нужно быть осторожными, когда вы слушаете русскую классическую музыку, потому что вы можете принять неправильное решение. Let's do one more song, okay? Okay. Maybe two songs. Еще одну? Which one? Две песни. T'as une chanson que tu chantes toi, alors, plutôt? Oui, ok. Alors toi, je disais. On peut faire Guns of Marianne. Okay, what? Let's try. Let's improvise one. Okay. Okay. Improvise. Okay, let's improvise. I don't know if I remember the lyrics, but let's try. It's delicious. Живьем на волнах серебряного дождя. После буквально короткой паузы мы вернемся. Obsession. Nice. I was some Petersburg. Was it okay? Cool. Oh, so much fun last night. It was really a really playful audience. They were inspiring us to be very silly, actually. A lot of questions about Jenya Lubich. Okay, please, a couple of words. Of course. Je vais faire un peu. Hier, c'est l'obstacle avec elle. Tellement trop de musique. Ouais, ouais. Même plus, moi, je les entends. Pour le rappel. E flat minor. E flat minor.
Be careful here, be careful. Yeah, this foot is very, very agile. Voilà. Fragile. You know, there is a brand new capo called G7. No? Very good one. Yeah, very simple. It's a British. It's a British. It's more round, right? Yes. It's brand new. You got one? No, I don't know. There is also on the web the TV session we did last time with Genia and yeah, real nice. I was playing the keyboard last time. I believe you. Владимир Матецкий. Я напоминаю, у нас в гостях группа Nouvelle Vague. Вот приходят сообщения, и очень много сообщений с вопросами о Жене Любич. Забыла представиться в предыдущем сообщении. Меня зовут Лена. Весеннего всем настроения. Скажите, будет ли сегодня на арене выступать Женя Любич с группой Nouvelle Vague? Lena, our listener, is asking if Женя Любич will perform with you tonight. Not really with us, but before us. Нет, с нами. Yeah, she will open the show. С нами конкретно выступать не будет, но она будет открывать наше шоу сегодня вечером. То есть она будет выступать до начала нашего выступления. Марк, у меня есть вопрос такого рода. Музыкальный мир очень сильно сейчас меняется. Я был на Мидеме в этом году. Практически больше нет CD. Больше нет. Как вы думаете, будет развиваться музыка? Понятно, что концерты останутся живые, но как будет развиваться музыка? Как будет музыка приходить к слушателям в ближайшее время? Musical industry is changing now, music in general. So this year I was on Medium and I saw that there are no CDs now. So how do you think music will come to listener now? I'm not sure that the CD is really dead. I think it will, like vinyl, it will still exist. Mm-hmm. Vinyl is like Lazarus, it just comes back from the dead every But of course the digital things will come more and more everywhere in the world, and which is a good thing, because there were some territories where actually there wasn't really a market for CDs, and now people will start to buy and to download legally all the MP3. So I'm quite confident, actually, about the future. Ну, конечно же, безусловно, цифровые носители развиваются и больше будут захватывать рынок, тем не менее, и это хорошо. У нас немного времени осталось, я смотрю на часы, есть возможность спеть еще одну песенку. We have time for one song. Okay, well, this is one that's in the show. It's one of my favorites, called Golden Brown from the Stranglers. Лизет говорит, что это одна из ее любимых песен. Из репертуара группы The Stranglers. Golden brown, texture like sun, lays me down with my mind here. Every day it's just like a last on a ship, it's tied to the mast. Two distant lands takes both my hands, never a frown with golden round.
compass. Through the ages, she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Golden brown, a texture like sun. Lays me down with my mind. He runs throughout the night. No need to fight. There's never a frown with golden brown. Вак. Дорогие слушатели, я хочу вас пригласить сегодня на концерт в арену. Это будет 8 часов. Проверьте еще раз в интернете. Как я понимаю, возможность такая есть, да? Безусловно. Прийти сегодня. Это 8, наверное, 8, надо уточнить. 8 часов. 8 часов. Поэтому я хочу всех пригласить, всех слушателей на концерт и поблагодарить за эфир и за великолепное выступление. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci à vous. Ну, еще за прекрасный звук хочется поблагодарить нашего инженера Николая Витвицкого. Спасибо за то, что вышел в выходной.